Нехитрая еда. Банан, пару сосисок, кусок хлеба, персик и воды. Бутылка обычная, фильтрованная. Велик стоит. Вот самый кайф в том, что я нахожусь в Цыпыково. Это центральный парк культуры и отдыха. Тут плавают он утки. Липы огромные. Вон. И почти никого здесь нет. Как кайфово. Сейчас пофилософствую маленько. Взять съесть сосиску. С хлебушком. А сейчас некоторые не могут не то что там посмотреть по интернету это все. Они даже этого ни хлебушка, ни сосиски нету. Я не буду говорить, в каком это месте. В мире полно таких мест. Какая вкусная сосиска. Обычный хлеб. Вот обычный, все. Ничего такого. А как вкусно. Как же все-таки вкусно. Невероятно. Вот кто-то думает, что нужно иметь там хрен знает чего, тогда вот будет кайф. Я уже 49 лет, я что только не перепробовал. Всяко бывало. Счастливым ты будешь только тогда, когда начнешь кайфовать от маленького кусочка хлеба. Вот тогда все остальное вообще будет супер. А если ты зажрался, блин, тебя уже не веселит ничего. Всякие там навороты, все это у тебя уже от этого тошнит, то какое тебе нахрен счастье-то, блин? Не будет. Надо поголодать, как следует. Чтоб аппетит был. Тогда кусочек хлеба. Это и будет счастье. Или просто приехать без охраны, прикинь, без охраны. Без охраны, куда захочешь. Просто вот в обычном городе без охраны. А некоторые без охраны уже даже поссать не могут, сходить. Всего, всего боятся, боятся даже тех, кто их охраняют. Вот уж я им не завидую. Без охраны ходить. Радоваться хлебу, свежему воздуху. Вот так вот взять и на целую ночь на велосипеде уехать, как я. Вот так вот. Вот и кайф-то. Вот на примере хлеба, да, вот аппетит, там все. Вот так же вкус к жизни. Он или есть, или его нет. Вот, например, у меня глаза художника. Я смотрю на все. Вот, и вижу красоту. Там какие-то птички летают, рыбки прыгают, листочки шевелятся. Везде красота. Вот так. И вижу безобразие тоже. Но безобразие. В природе безобразия почти, ну не то что почти, и нету. Надо больше позитива. Как это позитив там? Релакс, туда-сюда. Вот так вот, вокруг зелень. Деревья, птички, все дела. Это раньше на планете везде так было. Там какие-то пустыни появились. Хотя кто его знает, что там раньше было? Эти все ученые-то врут. Откуда они могут знать? Какие-то приборы там показали. Но они же сами эти приборы и выдумали. Ну да. Один я все знаю. Да не, тоже ничего не знаю. Водички попить. Сосисочку съел. Кусочком хлебушка. Водички запил. Хорошо? Вот если кто-то думает, что этого для счастья мало, вот, более чем, даже много, все же в наших руках. Не обязательно все время телевизор смотреть на компьютер, где-то можно и выехать. Ой, на закате все так красиво, блин. И что самое интересное, есть места, и никого нет,
пожалуйста, приезжай, наслаждайся жизнью. Нет, вот надо лезть туда, где много народу, там еще что-то. Блин, что? Масса уголков на планете хороших. Там никого нет. Даже в городе уголочек можно найти. Где тихо и хорошо. Здесь-то, конечно, ходит народ, штендуется. Ну, немного. Мне 49 лет уже. Ёлы-палы. 49, там кто-то скажет, старик, там, или уже такой мужчина в возрасте. Это реально... Вот как чувствовал себя на 12 лет там пацанчиком маленьким, так и сейчас. Ничего не изменилось. Только что там снаружи что-то, так это все, знаете, для других. А для меня это роль не играет. Вот. Я внутри все еще молодой. Поэтому могу себе позволить всякие шалости. Вот так. Кто-то там что-то будет. Вот, ай-яй-яй, так нельзя. Вот так надо, вот так надо, вот так. Он сам-то так делает? Нет, конечно же. Он так для видимости покричит, а сам потом тоже что-нибудь. Только чтоб не видел никто. Потому что стесняется, боится всех. Вот. От страха все и идет. Все эти наезды. Не бойтесь жить, как вам хочется. И все будет хорошо. Только главное на других не наезжать. Пусть тоже живут, как хотят. Может, им так нравится. Ну и пусть. Такое что-то хочется умное сказать. Вот так вот, чтобы вот так раз и проняло, так вот рассказать. Такое умное, прям вот вообще, так, чтобы вот даже прям вот все так сказали. Ох ты, блин, какой же он вот умный. Это все умное, это все обман. Человеку свойственна глупость. Если кто-то хочет из себя офигеть какого умного, на самом-то деле там это все подковырни немножечко, раз, и все. А там сплошная глупость. Глупость на глупости глупостью погоняет. Вот так. Что-то хочется умное сказать. Ох, какое хочется умное сказать. А что-то не лезет ничего в голову. Эх, да. На камере будете смотреть, конечно, вам не передать всего этого, что здесь красиво, так почти в лесу, там где-то гудят какие-то машины, да хрен с ними, а тут вот, вот такие всякие пруд такой длинный, типа, я тут сижу, велик стоит, покататься можно, по дорожкам здесь хорошо, вечером пускают цепуко. Что-то пыжился, сказать что-то умное. И вот вместо этого лучше сосисочку еще одну съем. Она может быть самая умная, что только вообще можно сделать. Взять и съесть что-нибудь вкусненькое. Сосисочку. С хлебушком. Вот это умно. Покушать. Понюхать чистый воздух. Ну и... как вкусно. Ёлы-палы. Ну, оно просто невероятно вкусно. Сосиски-то вещь. Я мясо очень редко ем. Так, можно сказать, почти не ем. Я вот дорвался до сосисок. Ну что за чем-то? С вами был канал Миллион Обзор. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я еще что-нибудь поем, а вы посмотрите. Это вода, обычная вода, фильтрованная. Вкусная. У нас в Питере хорошая вода, вкусная. Здесь города, где вода... какая-то невкусная, ни хрена. У нас вкусная. О. Не знаю, очень вкусно. Обычный хлеб. Когда я ем и наслаждаюсь этим вкусом. Mm-hmm.
яблоко. У меня еще банан и персик есть. Одной рукой неудобно есть. Вот сейчас молодежь думает, подумаешь, банан съест. Этих бананов везде навалом. У нас в СССР, когда я был маленьким, бананов не было ни хрена. Их так редко привозили. Стоили они 2 рубля за килограмм. Это было безумно дорого. И очереди были. Огромные бананы все были зеленые. Их так ели. Не знали, что они желтые. Думали, что вот зеленые должны быть. А потом оказалось, что желтые. И просто... Я сейчас бананы просто обожаю. Они недорогие совсем. Их полно. Вот. Я каждый день покупаю. Так вкусно. Обалдеть. Они надоедают. Стоят совсем недорого. Ну, даже не в этом дело. Просто можно выбрать спеленькие, хорошенькие. Вы просто, если вот так вот думаете, что это все так вот рассказываю. Вот в СССР бы вы пожили бы, вы бы меня поняли. То молодой, ты, конечно, сейчас, он так привык, что в магазин приходишь, там все есть. У нас приходишь, в СССР, а никаких бананов там нету. Нету, нигде причем. Ну, может, в Москве там где-нибудь, в каких-нибудь супер-пупер дорогих магазинах. Или ресторанах элитных, где там вообще никто никогда и не бывает из обычных людей. А сейчас, пожалуйста, бери, ешь. Какой же вкусный банан. Да. Это да. Что я могу сказать? Очень вкусно. Покупайте бананы, ешьте. Наслаждайтесь жизнью. Не очень удобно. Одной рукой персик есть. Поэтому я его вот так вот положил на коленки фотоаппарат. Взял ножичек. Такой вот. Кстати, этот ножичек я выиграл на соревнованиях по метанию ножей. Хороший ножичек. Персики. Ой, как же я люблю персики. Да. По сезону персики стоят недорого. Я ими просто не то что объедаюсь, но я регулярно себя балую. Утятки плывут маленькие. И уточка. А пусть все плывут. Совсем крохотно. Будто какая-то маленькая. Топыков тут развели каких-то всяких разных. Не боятся ни хрена. Вот. Чем отличается охотник от просто стрелка, который лишь бы пострелять, кого попало. Охотник понимает, что уток нужно только по осени бить, когда они уже вырастут, станут на крыло, туда-сюда. И то не всех подряд, а только небольшое количество, умеренно. А стрелкам пофигу. Будет лететь 100 уток, он 100 штук и все и собьет. Ну, это разве дело? Сбил одну утку, съешь, все, нормально. Но две. Что жадничать-то? Пусть растут. Слушайте, персик просто сочный такой. Как бы в объектив-то не прилетело ничего. Как же хорошо летом. Просто сказочно хорошо. Ой, настроение сразу хорошее. Наконец-то у нас холода кончились. Июнь весь холодный был, никуда не ездил. Вот в июле вроде чуть-чуть потеплело.
Но все равно на ночь, если едешь, ночью покататься. Без хыбышки-то нельзя, без шапки дыра. Какой вкусный нам. Все съел. Ну хорошо. Легче ехать будет. Ой. Да, действительно все съел. Ага. Ну, спасибо за внимание. Будет плохой аппетит. Смотрите мои ролики. А я поем, вам тоже захочется. Все, пока-пока. С вами был канал Миллион Абдулла. Немножко помедитируем. Просто посмотреть на воду. Лучше я позитиву дам.